Добился я более-менее ненормального закрытия транзистора RFZ44M. Тут дело было, что ристор был у меня между стоком и стоком 200 вольт. Так он ухудшает. Вот покажу, как с варистерами, как без варистера. И теперь без варистера. 500 кГц. Настроено на 1 микросекунду и 2 клетки занимает. Значит, 500 кГц. Вроде бы. Вот с варистером. Без варистера. Вот еще поставил. В открывающего транзистора база идет 12 вольт. То есть не 12, на 12 вольт и резистор, можно сказать, 100 Ом. Транзистор C1819. C1815, то есть. Вот этот открывает транзистор. Этот закрывает. Я не вижу. BC557B закрывающий транзистор. Закрывающего транзистора базу идет по сути 10 Ом. Если поставить 1 кОм в базу закрывающего транзистора, тогда закрытие происходит медленнее. Вот я подцепил 10 Ом, вот цеплю, и будет 1 кОм. Вот разница. Невелика, но есть. Немножко быстрее закрывается. Вот этот ЗИМ с резистором 10 Ом. Это без резистора. 5 с резистором. Без резистора. Уже на 500 кГц можно гонять, хотя тут все равно немножко открытие быстрее происходит, чем закрытие, то есть больше времени в открытом состоянии находит, чем закрытом. Но уже более-менее терпимо, хотя мне все равно не нравится. Но уже, в принципе, если не мелочиться, там кому не очень важно, то можно на 500 кГц уже сделать. И еще поставил между затвором и стоком 2 по 100 Ом резистора. Так это 50 Ом, по сути. Они тоже быстро закрывают. Чтобы быстрее закрывалось. Вот если открывающий транзистор уберу, то есть будет 5 кОм, уберу 1 кОм, и открываться будет от 5 кОм, то вот теперь. Вот открытие происходит уже с таким поворотом. Наверное, мне нужно поставить тут не 50 Ом, а 20 Ом. Еще в параллель добавится тогда, чтобы еще быстрее закрывался, потому что открывать я могу нажимать, чтобы он быстро открывался, а закрывать уже не могу нажимать, как могу прямой провод в базу просто зацепить, но это мало что изменит для закрывающего транзистора.
Ничего не меняет. Лучше цепляю, ничего не меняется. Уже и так получает максимальную базу, сколько только может. Возможно, если тут поставить какой-то помощнее резистор, то есть резистор вот этот закрывающий базу, то есть не базу, затвор разряжающий, который тогда может будет происходить быстрее закрытие.